Хотелось бы рассказать о маске, которая входит в протокол процедуры Рафитокс. В самом протоколе маска используется, чтобы успокоить и устранить возможную гиперемию. Итак, маска Edenel Cooling Mask. Какие проблемы мы можем решить с ее помощью? Лечение солнечных ожогов, реабилитация после применения агрессивных пилингов, лечение после дерматологических процедур. Активные компоненты маски – ментол и метиллактат. Они снимают раздражение и успокаивают кожу. Маска не содержит парабенов, только природные консерванты. В качестве природных консервантов используется экстракт полыни обыкновенной и экстракт семян грейпфрута. Для усиления эффекта охлаждения рекомендуем хранить маску в холодильнике. Edenel Cooling Mask входит в протокол проведения процедуры Rafitox, но хочу обратить ваше внимание, что эту маску можно использовать и вне протокола процедуры Rafitox.